Наш следующий материал о неравнодушных и активных жителях микрорайона Мирный. Территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС, позволяет не только сплотить соседей и сделать жизнь людей интереснее. Это также помогает реализовать многие инициативы, связанные с благоустройством. Слово Михаилу Веселову. Славно время проведем, чтобы было веселее, нашу пляску заведем. Это ведь еще древние римляне верно подметили, что каждый сам кузнец своей судьбы, своего счастья. Или же, как говорили на Руси, под лежачий камень вода не течет. В этом смысле поселок Мирный – то место, где люди не ждут, что кто-то со стороны придет и станет их развлекать или решит какие-то бытовые проблемы. Вот этот праздник встречи золотой осени – один из многих. Жители организовали сами. Пригласили гостей из телевисочного культурного центра «Престиж», умеющих создать атмосферу хорошего настроения. Очень много народу всегда на улице, в лесу собираемся. Дружно живете? Дружно очень. Новый год, крещение, там, эти Рождество, все гуляем со всеми. Нашим клубом общение. 8 марта. Ну, все праздники, все собираемся, мы просто пляшем, мы просто поем, мы просто что хотим делаем, мы отрываемся, как дети. ТОС Мирный сам обычно здесь ухаживает за территорией, убирает мусор. Здесь вот они, видите, как чисто, хорошо, красиво. И они вот этот пятачок, это их пятачок, на котором они проводят постоянно праздники. Даже когда, если бывало такое, что дождь идет, не так, как сегодня, все равно проводится всегда праздники весело, потому что здесь живут очень дружные люди. Заметьте, здесь клуб «Мирьяночка», который находится на территории ТОС, здесь дети, которые пришли сегодня на праздник вместе с мамами. Но при всем при этом ТОС «Мирный» имеет еще и статус юридического лица, что создает ряд дополнительных возможностей, помимо организации коллективного и насыщенного досуга. И он может участвовать в конкурсе грантов, что он и делает всегда. Он получил грант, значит, городского бюджета. Называется проект «Дружные соседи». Территориальное общественное самоуправление в Мирном появилось в 2015 году. Совет ТОСа состоит из 9 молодых и энергичных людей в возрасте от 30 до 40 лет. Все мероприятия, которые хотят провести, они обсуждают сообща и составляют план действий. Потом обязательно отчитываются перед жителями. Также мы проводим ежегодную конференцию граждан, где отчитываемся перед нашими соседями, что мы сделали, какие гранты брали, какие вопросы смогли решить. Часто на эти конференции приглашаем администрацию города, чистый город. В последнее время мы добились, сейчас у нас отсыпают дорогу, то есть будут отсыпать дорогу и укладывать плиты. Построили мы детскую площадку в самом начале 2015 года. Вот у нас детская площадка появилась. Еще у нас появилась спортивная площадка в 2019 году. Задумок, по словам собеседницы, много. Тем более, что Мирный ширится и растет, как говорится, не по дням, а по часам. Тут и там строятся новые дома. Нет, останавливаться на этом не будем. У нас очень много планов, но надо все будет решать потихонечку. Еще одна особенность Мирного – уклад жизни здесь близок к сельскому, деревенскому. Ухоженное подворье, почти в каждом деревца рябин с алыми гроздями, палисадники, огороды и теплицы. Порадовал урожай в этом году? Хороший урожай. Что особенно удалось? Да вроде все картошка, вроде хорошая, морковь, да, и зелень, и огурцы. Ой, у нас всех очень большие урожаи. У Тамары Семеновны в этом году даже ВКонтакте выставлено куст помидоров. Вообще такая прелесть. Пока разговаривали о делах насущных и урожая, праздник продолжался. С песнями, плясками, играми, конкурсами и шуточными эстафетами. С пирогами и чаепитием. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, телеканал «Север».